Многофункциональный рюкзак для большого ноутбука, с которым можно отправиться в деловую поездку или путешествие. Сегодня на распаковке рюкзак для ноутбука Riva 7860. В комплекте с рюкзаком идет чехол от дождя. Рюкзак сшит из плотной водоотталкивающей ткани, но на случай сильного дождя предусмотрен специальный чехол. Объем рюкзака – 30 литров. Его можно увеличить за счет отсоединения фиксирующих ремешков по бокам. Сверху удобная ручка для переноски. Наплечные ремни регулируемые, со смягчающими подкладками. Также есть нагрудный фиксирующий ремень. Спереди расположены два больших кармашка для мелочевки. Всего тут три больших отделения. Внешнее отделение открывается максимально широко, поскольку молния опускается почти до самого дна. Оно подойдет для разных небольших вещей. Здесь есть три кармана на молнии – под флешку, телефон, документы и другие мелкие вещи. В среднем отделении есть карманы для клавиатуры, мыши, пауэрбанка. Сбоку рюкзака выведен USB-порт для удобной подзарядки устройства. Там же находится карман на резинке с липучкой для наушников. В этот отдел ведет небольшой сквозной карман на молнии, расположенный сверху. В нем можно хранить чехол от дождя, идущий в комплекте. Ближе к спинке расположен основной отсек. Он предназначен для ноутбука с диагональю 17,3 дюйма. Помимо этого, тут есть дополнительное отделение для планшета до 10 дюймов. На задней стенке есть небольшая петелька для подвешивания рюкзака на крючок, а также тут находится ремень крепления к чемодану и скрытый кармашек на молнии для кошелька, паспорта и других мелких ценных вещей. Бутылку с водой можно положить в карман сбоку. Подведем итог. Riva 7860 – вместительный рюкзак для большого ноутбука, которому не страшен дождь. Сюда помещается полный комплект техники. Планшет, клавиатура, мышь, пауэрбанк и наушники. Этот рюкзак подойдет как для ежедневной носки, так и для командировок и путешествий.